наверное, вы все можете рассказать свою историю о Веронике. Мы вам расскажем историю, которую знаем мы. История Микеля и Вероники. Наверное, на всех соревнованиях он мечтал не только о победах. Он мечтал о главном сюрпризе, который случился в его жизни. Это вот этот сюрприз. Дорогие Микель и Вероника, поздравляю вас с рождением вашей семьи. От всего сердца желаю любви, долголетия вашей семьи. Любите друг друга крепко-крепко и наслаждайтесь каждым мгновением, прожитым вместе. Mikel, as the husband of your wife, I ask you to kiss Вероника. And please, everybody, let's give big applause to our couple. И поддержим аплодисментами наших молодых.